нет. Нет, я сплю. Я сплю, я сплю, я сплю, я сплю. Я умираю, пожалуйста, быстрее. Черт. Все, чего мне сейчас хочется, это забыться сном. Глубоким сном. Нет, нет, нет. Где я? Так, не паникуй. Это же просто сон. Просто закрой глаза, сосредоточься и... Ну ладно. Видать, с добрым утром, блин. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем снова Voices of the Void. И мы перешли на новую версию игры. И сейчас мы с вами увидим, что же тут изменилось. А изменилось... кажется, многое. Во-первых, огромная, просто гигантская база стала у нас. Раньше она занимала вот такой вот клочок земли, а теперь она просто к ручью даже подвинулась. А остальная карта как будто бы не изменилась особо. Но точно изменилась сама башня, на которой я стою. Во-первых, вот этого рубильника не было. Я не знаю, что это такое. Статус исправно. Хорошо, она исправна, и мне нравится, что она исправна. А что она исправляет? О, смотрите, манекен висит. Блин, это жутко. Очень много жуткого происходит. И сейчас, думаю, будет происходить. Это одно из тех странных ощущений, когда ты спишь, и потом тебе снится сон, и ты просыпаешься, и такой... Фух, я проснулся. А потом оказывается, что ты все еще спал и просыпаешься вдруг еще раз. Сон внутри сна, ну вы поняли. И всегда вот в эти сны, когда ты думаешь, что ты проснулся, ты видишь свою комнату или знакомое место, и ты уверен, ну вот, теперь-то точно я не сплю. А потом, когда ты просыпаешься уже в реальности, ты понимаешь, что как ты мог не заметить вот этих вот деталей, которых либо не было, либо добавились... Но они явно выбивались из реальной картинки. Мы с вами проиграли 7, по-моему, выпусков по Voices of the Void. И мы помнили с вами, что база была маленькая. Но теперь мы вновь проснулись. И база огромная. Неприлично огромная. Даже есть парковка для инвалидов. Как будто это торговый центр, блин, какой-то. Но явно не здание для одного человека. И теперь вот думайте. А мы спим все еще? Или это уже реальность все-таки? И если мы еще раз проснемся, то в какой базе? Но пока что это единственная реальность, которая у нас есть. Ой, как жутко. Поэтому давайте пойдем изучать нашу новую базу. И сейчас мы расшифровываем очередной сигнал в надежде ответить на главный вопрос всего человечества. Алло? Алло? Ты пришелец? Еще какой? Я сразу понял, что ты пришелец. Только у пришельца может быть такой мерзкий голос. Во-первых, грубо. А во-вторых, я знаю, люди давно пытаются с нами связаться, чтобы мы ответили на вопросы, что мучают вас веками. И ты сможешь ответить? Да, мы ведаем все во вселенной. Спрашивай, но только один вопрос. Всего один? А ты что думал, я тут как диспетчер сижу на горячей линии и отвечаю всем на вопросы весь день? Ну... Ну вообще да, я диспетчер на горячей линии. И меня не хватает, чтобы всем на сотню вопросов отвечать, поэтому только один вопрос. Хорошо, хорошо, задам самый важный вопрос. Сейчас, 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 сейчас. Где выгодно пополнить баланс Стима? Чего? Баланс Стима. Я тут сижу, схожу с ума, потому что делать нефиг. Хочу какую-нибудь игрульку купить. Вот. Не могу поверить, ты использовал единственный шанс получить ответ на самый важный вопрос и... задал его. Правда? Да, многие разы спрашивают всякую нелепую чушь, типа, что на краю вселенной или на дне черной дыры, а ты подошел к делу реально с умом, поэтому открываю тебе тайну. Купикод! Это не просто сервис пополнения. Купикод — это игровая экосистема, которая является самым надежным способом пополнения баланса с самой низкой комиссией на рынке. Они развивают игровой комьюнити, организовывают турниры, а в разделе «Недоступные в РФ» собраны игры, которые пользователи не смогут найти в магазине Steam, но благодаря купикоду их можно получить на свой РФ-аккаунт. Можно пополнять даже казахстанские аккаунты в тенге или долларовые аккаунты. И пополнение осуществляется всего в несколько действий. Быстро, дешево и безопасно. Обязательно вводи этот промокод, и твоя комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку гифтов. Заходи на купикод по ссылке в описании, мой друг. Вот теперь работать здесь стало гораздо веселее. Спасибо тебе огромное. Играй и кайфуй, пока мы вас не уничтожили. Чего? Я только-только начал привыкать к той маленькой, уютной, я бы даже сказал, базе, но все обломили мне. Так, что это? Горшок с растениями. Все, блин, кверху дном. Смотрите, как громко, с каким звуком падает горшок. Как будто, блин, Годзилла идет на меня. Но единственное, что нас связывает со старой базой, это вот этот почтовый ящик, где все мое барахло я сохранил. Ой, места во мне уже нету. Ладно, ничего страшного. Так, что у нас? Пароль 111, все еще 111. Хорошо.
Воу, нет, только не вы. Я знаю, вы классные ребята, но пошли в жопу отсюда. Пошли нахрен. Куда теперь? Здесь есть даже ресепшн. Я, кстати, сюда могу попасть только вот через ту дверь. Это значит, надо обойти будет. И там тоже манекен. Как будто бы все работники этой базы превратились в манекены. О боже мой, как много всего. Смотрим. Ага, понял. Все, закрыть нафиг. Чтоб не нервировало меня. Когда оно закрывается, оно меня нервирует еще больше из-за скрипа. Хорошо, здесь... Ага, вот тут мы и будем с вами работать. О, боже. Нет. Что? Душевая? Прямо здесь? Хорошо, мы помылись, и теперь мы поняли только что, что у нас проблемы с электричеством. Вот серверная. Все стало масштабнее, гораздо масштабней. Охренеть. Опа, еще ящики. Мы сейчас пойдем восстановим электричество. Так, у нас есть огнетушители здесь. Я не буду пока их использовать. Но они, судя по всему, понадобятся однажды. Что-то будет гореть. Возможно, мой пукан. Комната отдыха. Да. О, вендинговая машина даже есть. И что, мы можем ее... Что-то дергать? Может быть, да что-нибудь упадет? Ну-ка. Она тоже не валяшка, да? Ничего не упало. Ладно, хрен с ним. Следующие. Вот здесь еще ящики есть. Куча пустых. И везде стоят огнетушители. Это нам понадобится, судя по всему. Ага. Наверх. И вниз. Есть еще этажи здесь. Ага, кладовка. Это хорошо. Что это такое? Что это? Какой-то ошейник. Я понятия не имею. Или это... А, это провода свернуты. Здесь есть еще диски дополнительные. Дисков, кстати, много довольно-таки. Хорошо. Еще есть гараж. Гараж и мой квадрик. Наконец-то ты в порядке. Я тебя так и не починил в прошлый раз. Но обратил внимание, что ящик с инструментами все это время был в гараже. Так, опа, еще одна книжка и еще один манекен. И куда это меня ведет? А, у нас же электричества нету, да. Класс. А вот, собственно, и ресепшн. Здесь есть батарейки и куча всякого барахла. И еще коробка. Ладно, ты у нас, кажется, хороший парень. На вид, на первый взгляд, ты будешь на ресепшене стоять. Я даже тебе стульчик поставлю, если захочешь присесть. Но начальство не любит, когда работники сидят. Поэтому лучше стой. Гоу на второй этаж или третий этаж, не знаю. Тот считается минус первым, нулевым. Вау. Охренеть, как заморочились. Я думаю, я оставлю все шкафчики, в которых есть огнетушители, открытыми. Чтобы потом, в случае пожаров, их не искать. Урод! Пошел ты! Господи! А, вот и комната, где я буду отдыхать. Она уже занята. Как здесь много всего. А вот и телескоп. Ну-ка. Опять что-то желтое летает. Здесь еще куча хлама. Смотрите, какая. У нас уже полноценная кухня есть. Отлично. А где сральня? Вот она где. Опа, бургер взять. Значит, ты моешься, да, я так понимаю? Ну, давайте я вымою мылом как следует. Жоп тоже потру. Мыло упало. Нагнись и подними. Сказал, нагнись и... Ты вставай с кровати и иди наблюдай за небом звездным. И не заходи сюда больше никогда. Вот это что за комната? А, лифт сюда как раз таки ведет. Понял. Ты будешь швейцаром и работать в лифте. А ты будешь коллегой, с которым я случайно столкнусь в коридоре. Такой, да? А, извини, я занят, я занят, я занят. Вот здесь, в подвале. Мать! Как стоячие, неживые манекены умудряются меня пугать. Пожалуйста, я не знаю, уходи куда-нибудь, чтобы я тебя не видел, чтобы мои глаза тебя не видели, понял? Вот сюда будешь. А, тут еще один стоит. Ага, вот здесь наш, не знаю, как называется, генератор, судя по всему. Класс. Опа, записка. Ага, это инструменты, чтобы разбивать ящики. Только мусора больше сделал. Еще есть вот это, две... О! Зачем? Зачем это здесь, на станции? Зачем? Тут никто мясо не рубит. Тут никто стейки не готовит. Тут даже нет для этого условий. Тут даже нет мангала, чтобы шашлыки в лесу сделать. Зачем здесь эта комната? И она подперта стулом. Мы быть сядем? Не могу сесть. Схватить. Я думаю, ничего страшного, если я убрал стул. Опа, еще. Еще одна комната. Лестничная клетка, которая закрыта. О, блин. Там куда-то налево за ворот идет. А у нас же был ключ. Серьезно? Хорошо, тогда давайте молоток. Сначала я тебе голову разобью, чтобы проверить, что молоток точно работает. Отлично. Есть! Разбивается. Надеюсь, я не выпущу какую-то тварь на свободу. Идем. Я на всякий случай оставлю эти доски.
Ты что ты делаешь? Зачем ты здесь поджидаешь меня, урод? Так, это что, это текстура или граффити? Понятия не имею, для чего это. Ладно, видимо, мы его заперли, потому что он наказан. Погодите, а как же спуск вниз огромный? Та дыра в моей спальне. Мы никогда не узнаем, что там. Становится пипец как темно. И нам лучше поторопиться. Надо разобраться, где у нас поломка случилась. За звук был. Стоп, поломка нигде не случилась. Электричество не бьет, все нормально. В таком случае возвращаюсь обратно. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, вниз, это вот сюда. Пробуем. Да, все работает. О, как здорово. Давайте посмотрим, что на крыше еще есть, и приступим к работе. Еще ящики. О, и еще бургер. Черт, я могу только его взять. Давайте сразу его на кухню отнесем, пожалуй. Вот сюда. Кстати, тут у нас уже и шоколадка, и бананчик ждет. Это подготовился к моему приезду, видимо. Здесь у нас мусор и пятна крови на плитке. Но мы видели мясной отдел внизу. Это, скорее всего, мясо разделывали здесь просто. Все объяснено, все безопасно, ничего подозрительного. Окей, стоит ли мне ходить здесь по темному коридору? Конечно, нет, я не настолько смелый. А где у нас? О, нет. Что, серьезно? У меня фонарик сел. Погодите, вот. О, что? Чё? Свет не включается? А чё так темно? Как включить свет? О, слава богу. И в серверной тоже не включается свет. Я не вижу нигде переключателя. А нахрена так сделано? Короче, они сделали базу максимально некомфортной. Ну-ка, давайте активируем наш компьютер. Ой, кстати, на компе интернет есть, так что можно зайти в ютубчик, который лагает. И в связи с тем, что ютуб лагает, наверняка у вас возникают вопросы, куда... Где смотреть Евгения? Во-первых, я буду продолжать на YouTube записывать, несмотря ни на что. Так что все, у кого он будет хорошо работать, смогут меня смотреть. Для всех, кто будет испытывать трудности с YouTube, ссылка есть на Telegram мой. Переходите туда, там будет поститься личный контент, всякие бэкстейджи и так далее. Также будет мой Boosty, который надо будет максимально перелопатить. Я знаю, что там я подзабил на него, но, в общем, я его... Буду наполнять контентом, исправлюсь перед вами и восстановлю свое доброе имя, надеюсь. Там будет поститься эксклюзивный контент. Ну и, конечно же, наш старый добрый паблик ВК, который существует с самого начала канала. Заходите туда, я буду периодически туда стараться заходить, общаться с вами и заливать туда видосы в том числе. Так что разбредаемся, друзья, все, куда кому удобно. Я вас буду ждать везде. Заценим почту. Опа, а здесь письмо... От подписчиков написано. Евгений, можно накупить коробок для транспортировки и туда мусор затолкать. Отправь это сокровище дроном и разбогатеешь. Спасибо, Хаммерс 4561. А это был довольно-таки полезный совет, надо будет им воспользоваться. И жду ваших советов дальше, друзья, спасибо. Так, а теперь письма по работе. Привет. Так, доктор Бао, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это все обучалка. Но мы с вами находимся на 20-м дне. Не то, что я дно 20-е пробил, а день 20. Нам нужно... Вернуться обратно к себе в комнату. Как же, блин, темно. Вот, хорошо. Как же, блин, светло. Нужно где-то здесь хранить все свое барахло. О, ну что-то упало. Итак, использовать. Что мы можем отдать? Устройство для смены пароля, например. Сложить. Часы. Нет, пока не будем складывать. Еще есть диски. Плитка какая-то. Кости, череп. Это я взял с собой. О, камера. Давайте все барахло, типа еды, сложим в холодильник. Еще так у нас есть. Вот рабочий стол. Давайте все отсюда, весь хлам уберем. Еще коробка есть. Стол подвигаем вплотную к стене. Вот так. Батарейка, стой. Использовать. Во, теперь у нас есть фонарик. Это получается у нас, ну-ка, использовать 12 страниц пустых. Я думаю, оставим пока здесь про запас. А вот это нужно все собрать. Черт, закончилось место. Но мы можем сюда поставить черепушку. Вот так будет стоять. Эй, хватит. Тихо, не дергайся. Стульчик вот здесь должен быть. Обязательно часы, чтобы я всегда знал, сколько время. Что у нас еще? Господи, какой срач. У нас еще есть очень много сухого пайка. Давайте куда-нибудь сюда запихаем. Кофе будет стоять где-нибудь. Да, вот здесь пусть стоит. Еще у нас есть креветки. Вот. Все, холодильник забили. Еще у нас, по идее, 31%. А может, все-таки похавать что-нибудь? Немножечко сухого пайка давайте. Лучше подогрею. Бросок? Отлично. Кстати говоря, использовать актив... А, она же не подключена, да? Сейчас, где-то у нас был здесь провод. Провод! Есть! Все, работает. Что было за мерцание сейчас? А,
Все, дождь пошел. Закройся, пожалуйста. Не люблю, когда все это открыто, видно все, что на полках лежит. Мерзость. Мерзость. Отвратно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, я, кажется, понял. У нас дверцы шкафов без магнитика. А значит, они будут все время открываться. Ладно, пусть будет так. Что у нас здесь еще есть, что мы можем сразу отнести в рабочую комнату? Давайте вот это, что ли, понесем. Так, свет выключаем. Надо экономить энергию. Вот оно. Это рабочее. Давайте все стряхнем отсюда. Коробки будут стоять здесь. Нет, они должны стоять здесь, блин. У нас же есть специальное место для коробок. Давайте стол уберем отсюда, потому что я... Блин, я не могу его сдвинуть. Он мерзко стоит, он закрывает карту. Пробую снизу вот так. Оп! Вот так мы толкаем предметы. Смотрите, можем просто летать. Летать можем! Благодаря предметам мы можем летать! Вот я не так хотел, на самом деле, чтобы стол стоял. Давай, переворачивайся, ублюдыш. Есть! Теперь давай на себя. Да будь ты проклят. Да будь ты проклят. Вот! Гениально! Очень хорошо стоит. Все коробки будут здесь. В этой реальности Евгений не такой. Он не мусорит. Он не живет в дерьме. Поэтому первое, что мы будем делать, это очищать базу. Кстати говоря, этот гараж все-таки здесь присутствует. Это хорошо. Но вот бункера внизу нету. Вот это плохо. Мне как-то обидно, если честно. Я никогда не узнаю, что там внутри. Так, давайте часы сюда поставим. Они тут уже есть, но и похрен. Надо, чтобы точно знать время. Куда бы я ни посмотрел, я должен знать время. Здесь у нас что? Тоже пустой блокнот. Окей, пусть лежит тут. У нас целых 11 дисков лежит здесь. Давайте их сюда складывать. Чего? Андрюша летит. Куда? А куда он полетит? Скорее, скорее, скорее. Андрюша, ты где? Вон он улетел, я даже не успел рассмотреть. Так, а чей это я выбежал на улицу? Я обратно. Давайте не будем рисковать. Возьмем эту записочку. Вот так вот и закроем. Да, все, чтобы никто не смог открыть. А что у нас вот здесь? Тут все абсолютно мои записи. Ладно, давайте почитаем новенькое что-то. Вот у нас есть 19-й день, теперь есть 20-й. Как раз-таки сейчас 20-й день заканчивается. День 20-й. Наконец-таки я выбрался из этой дыры. Вот только дайте добраться мне до доктора Бао. Грибной кластер тоже пропал. Вырван прямо из земли. Небольшая дыра осталась. Царапины на бетоне и гаражной двери. Мне тут медведи не нужны. У меня и так полно проблем. Я понимаю тебя, чувак. У меня тоже тут проблем дофигища. Эти ежедневное задание появилось. Нужно 3 сигнала уровня 0 и Ромео, Янки, Дельта. Значит, Янки, Ромео и Дельта. Ну давайте проверим, где все эти сервера находятся. Калибруем всех. Кило не отвечает. Сразу у нас проблемы. Кило минус. Также не отвечает Виктор и Чарли. Ой, мне вот это не нравится. А что это оно просело? Надо будет на крышу забраться и починить, может быть, как-нибудь. И оно наблюдает за мной. Я не знаю. Дельта, Ромео, Янки. Вот в таком порядке можно будет идти, кстати, когда я посплю. Сейчас нам главное начать добывать один из сигналов в такую сторону. Все вправо. Мне показалось, ли был какой-то мерзкий, неприятный звук только что? Как будто мое сознание просто одно взяло и отрезало это, вырезало из памяти. О, началось. Вот там что, сухие пайки, что ли? Там сухие пайки лежат. Ладно, давайте не отвлекаться, у нас мало стамина, мы сейчас скоро начнем глючить жестко. Нужно быстрее поставить на скачку сигнал, больше не тупить. В яблочко. Все, оно будет качаться, а я пошел спать. Я уже не могу бегать даже. Ай, извини, у меня времени нет. Времени нет. Все, мы здесь. Ваеньки. Ах, я прекрасно поспал. Сон был супер крепкий, никаких страшных снов. Ах, вот так бы всегда. Надо позавтракать. Сколько времени-то уже? 10 часов. Ой, блин. О, завтрак. Няма. О, откуда на моей кровати еда? Стоп, вот это странно, вот откуда оно взялось, я еще не понимаю. Но спасибо, не знаю, зубная фея принесла. Креветочная фея, судя по всему. Отлично, очень вкусно поели. Сытный мясной обед. У меня нету времени, слышишь? Нету времени с тобой болтать. Займись работой. Боб, как дела? Все хорошо, ну давай. Кстати, разогрей сухой паек, так вкуснее будет, отвечаю. А, сюда дрон кидает все барахло. А что он накидал? Круассаны! Я же их обожаю! Я их реально обожаю, круассаны, это очень вкусная штука. Просто подарочные круассаны. Может быть, Андрюша еще пришел ко мне в спальню и положил креветок? Короче, у меня куча круассанов теперь. Ладно, все, давайте открываем дверь. Стоп, а это что за дверь? Я эту дверь еще не видел. Погодите, это же ресепшн, по-моему. Это ресепшн? Боб закрылся? Слышь, Боб, какого хрена? У меня есть устройство для смены пароля, если что. Ладно, все, пофигу. Поехали заниматься делами. Дельта здесь. Она, благо, еще функционирует. Давайте откалибруем ее. Дельта откалибрована. СВ хэш. Значит, с этим готово. Потом дальше идет у нас Ромео. О, кстати, Чарли по пути у нас встретился, а он не работает. Значит, сейчас тебя починим. Ой, у нас время идет. 3, 7, 0, 7, 0, 5, 2, 0. Ей! Нет? А где? Где?
Нет, где я лоханулся? Вы не видели этого, понятно? Никто не видел этого. Как же так? Есть! Откалибруем Чарли. Погодите, а разве Ромео это не тот спутник возле той стрёмной пещеры? Но как минимум он рядом с трансформатором. А нам лучше его обновить. Сколько здесь осталось? Половина еще была. Нормально, кстати. О, Ромео, я пришел. СВХ. И теперь Янки. Слушайте, там эта пещера. Давайте туда сгоняем. Так, кто у нас тут в пещере живет? Опа, бургер взять. Да берись. Рука занята. А, собрать надо было. Так. О. О, что это? Сено натаскал, говном слепил, и вот тебе заглушка для прохода. Окей, уходим отсюда. А что, если это место откроется потом ночью? То есть эта заглушка из сена явно говорит о том, что разработчик поработал над обновлением в этой части. Окей, все, гоним. У нас, кстати, мало времени-то на самом деле. Нет! И не покоцал свой квадрик, повезло. Обожаю физику. Давай разгоняйся на полную, пофигу. Стоп, мы уже здесь? 2, 4D, 3, 5D, 6, 0, DF. Работа выполнена. Давайте к трансформатору сгоняем. Он вот у нас как раз тут. Мы спокойно к нему едем, топливо не тратим. Ой, он у нас с другой стороны. Он здесь. Блин, вот это обидно было сейчас. Не справился с управлением. Оно здесь. Так, сейчас... 91, блин, тут еще много на самом деле было. Можно было даже не ехать. Но лучше подстраховаться. Ура, мы дома. Теперь главное успеть 3 сигнала скачать. Заезжай, и вот здесь будешь стоять. Практически не покоцали его. Слушай, раз ты закрылся, то и я закрою. Ха, все, не пройдешь больше. Гнида. Гнида Боб, так я его буду называть. 100%, 100%. Сохранить сигнал. Ай, ой, аккуратней диск. Прослушаем. Да, у меня, к сожалению, пока еще нету устройства, которое позволяет... Нет, у меня есть устройство, которое позволяет обрабатывать сигнал. Но оно еще не апгрейджено у меня. Хорошо, это все мерзость, мерзость. Все, один сигнал точно есть. Вот тут будет наготове лежать. Далее. Опа, сразу сигнал рядом прям. Классно. Удобно. Есть. 14:51, у меня не так много времени, совсем немного времени. Загрузка топовая. И чтобы времени не терять просто так здесь на базе, давайте посмотрим, какие нам нужно починить спутники. У нас есть Кило и Виктор. Виктор далеко, ну давайте поедем туда, значит, Кило и Виктор. Первый будет у нас Кило. Готово. Оп. Да что такое? Это что за домик на деревне, моя мечта детства? Это что, мое теперь? Это что для меня? О! Что это такое? Что за дивное романтичное место? Это кому-то принадлежало, да? Кто-то придет за ним? Молоток! Нет, это бургер, извините. Молоток! Что это? Ты что такое? Плакат собрать? Я плакат нашел. Ну-ка, использовать. А, он меня сюда будет откидывать. Хоть пинать меня. Все, перестань. Я понял, нельзя трогать. Это что такое? Что? А, нельзя взять объект. Что это такое? Красивая лампа. Смотрите, а это я хоть могу взять? Я могу это забрать с собой. Класс. Так, у нас здесь есть еще один плакат. Там, соберу, пофигу. Использовать. И это нельзя использовать. Мне здесь не дают потусить. Классный домик на дереве, в котором мне нельзя тусить. Свинство полнейшее. Блин, ну если уж ты делаешь классный домик на дереве и оставляешь его посреди леса, и просто, ну ты знаешь, что если кто-то пройдет, ему точно захочется. Почему ты делаешь так, что он не может им воспользоваться? Я бы делал такой домик для всех. Для всех своих настроений. И никому бы не дал в нем сидеть. Поэтому я понимаю этого чувака. Отлично. SD Call Виктор. Янки теперь не работают. Надо возвращаться к Янке. Кстати, а здесь так примечательно, камешки валяются. Я здесь никогда еще особо не ездил. Посмотрим, что тут есть. Я думаю, еще у меня время пока что есть. Прежде чем прежде чем скачается сигнал. Раз уж мы и домик нашли. Вот у нас тут еще больше камней. Какая-то дорожка, камни. Здрасте, я вижу тебя. Я тебя, блин, вижу. Ты что такое? Контейнер с кнопкой. Но с ним ничего нельзя сделать. Окей, интересная находка. Я не знаю, это какая-то отсылка или что это? Или это что-то похожее на... объект на моей базе, например. Ладно, валим отсюда, нужно Янки починить и возвращаться на базу. Хотя, стойте, давайте мимо базы проедем. Вдруг сигнал скачался. Ну-ка. Слушаем.
Да, мерзение, как и всегда, поэтому не паримся. Быстренько скачиваем новый. Блин. Получилось. Загрузочка пошла 3%. Когда починим Янки, будет гораздо быстрее скачиваться. Отлично, мы здесь. Как всегда, тут жутковато. Опа. Упал. Че это я упал? Кто меня пнул? Это бургеры. Нет. Быстрее круассан. Все. Супер. И все абсолютно спутники работают. Причем на 100%. А что если? Погодите. Что если взять и СВ таргет Ромео. Поехать к Ромео. А именно к той пещере. Вот Ромео. Пещера в эту сторону. Окей. Вот она. О, как стрёмно выглядит. Ушло. Эта штука ушла. Здесь нет больше закупоривания. У меня есть молоток. Идем. О, боже мой. О. Тыква? Чего? О, блин, там еще дальше. Так, забираю бургер. Забираю тыкву. Что это за место? Ты его гнездо. Собираю. Недостаточно места? О, боже мой. Ты что? Что? Кто здесь гнездится? Тут можно пойти еще ниже. Ой, как низко. Войти в зону. Вы не сможете сохраниться, когда вы зайдете. Я не хочу идти туда. Тут даже фонарик не работает. Почему туда нельзя пойти? Надо что-то, видимо, с собой взять. Какой-то предмет, может быть. Давайте возьмем тыкву. Стоп. Давайте кинем тыкву туда. Лови, тварь! Блин. Еще раз. Лови, тварь! А, оно останется просто. Уходим отсюда быстрее. То есть, получается, тварь, которая закупорила эту норку, вылезла. Я думаю, я достаточно посмотрел пока что. Фантазия загрузилась страшными картинками. Уходим отсюда, все. Мне еще надо успеть сигналы все отправить, чтобы заработать нормально, наконец-таки. Я так понял, что я за всю игру еще ни разу, абсолютно ни разу не отправил отчеты правильно. Поэтому давайте поторопимся. Времени мало. Куда меня летит? Куда меня летит? Надо мне туда лететь. А, хорошо, я дома. Афиг, дверь закрываем. Как там? Скачалось? Скажи, что скачалось. Еще время? 2 часа. Полностью скачалось. Yeah. Звуки стрёмные. Похрен на них. Так, времени супер мало. Где коробка? Оп. Открыть. Хорошо, 3 сигнала есть. Коробку закрыли. Где мой чертов блокнот? Сорвать. Беги, 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 беги. Дрон, как тебя вызвать? Давай, давай. Использовать. Я должен успеть. Все по времени. Успею! Андрюша летит! Ты где? Вот он ты! Забирай. Надеюсь, он возьмет. Да! Ае, мы подзаработаем сейчас. Сейчас у нас 99 очков. Посмотрим, сколько нам прибавят. 147. Так, посылка получена. Доставлено успешно. 15 очков было отправлено на ваш счет. Чего? А, получил вашу посылку. Я ничего не мог сделать без полного отчета. Пожалуйста, заполните, проверьте эти серверы. Дельта? Я неправильно дельту заполнил. Мы не можем дать вам полную награду. Только 50 очков в качестве бонуса. Какого хрена? Я, неужели я ошибся в дельте? Очень не ошибся, мне кажется. По-моему, отличный отчет. Я не знаю, что они начинают. Ладно, хотя бы так. В следующий раз постараемся более внимательно действовать. Так, у нас, кажется, новое задание, да? Ежедневное задание новое. Виски, фокстрот и эко. Виски, фокстрот и эко. О, они прям рядом находятся. А теперь давайте с мусором разбираться, который позволит нам зарабатывать. Ящик для предметов. Судя по всему, это ты. Давайте 2 таких купим. Максимум в корзине. А, может только 1 купить. Окей. А что такое строитель стен? Мы что, можем свои стены создавать? 500 стоит. Пистолет для продаж. Гвоздометы. Окей. Рулон мешков для мусора. Раз. Погоди, а что такое? Хорошо, заказ. Теперь давайте рулоны. 7, 8, 9, 10. 10 возьмем. Стоп, это на 160 заказ? А у нас нет столько, да? Че это, я увлекся. Вот. Заказываем. Ну-ка, а это что такое? Это записка. Погодите, сейчас давайте соберем. Все, у нас теперь есть ящик. Какой прикольный ящик. Вот это что за записка? Привет, вот мой маленький подарок. Мэг, я не знаю, что такое Мэг. Как тебе... О! Как тебе ужасающая темнота или давящая темнота? Просто хотел, чтобы ты знал, я немножко тут испек. Это подарок. Те самые круассаны, я просто записку не увидел. Я тут пек на прошлых выходных. Я знаю, что тебя, скорее всего, начнет тошнить от этого. Но тебе понравится настоящая французская кухня. Да господи. Еще один ящик. Это мешки мусорные. Выходи, я читаю здесь. Продолжаем. Ты оценишь настоящую французскую кухню, приготовленную к профессионалам, таким как я. Ха-ха. Короче, круассаны для тебя. С малиновой начинкой. Наслаждайся. И типа не сдохни с голоду, хорошо?
Да чтоб тебя! Я все равно по тебе скучаю, говнюк. С любовью, Энара. Спасибо. Я воспользуюсь твоим листочком, чтобы сделать отчет из него. Окей, у нас есть вот этот ящик, который мы должны, видимо, отнести куда-то к себе на базу, в свой личный кабинет. И теперь у нас есть мешки. Начинаем. Начинаем все помещать в мешки. Что это? А, скачалось! Как всегда, мразота какая-то, да? Хорошо, импортировать. Импортанта завершено. Продолжаем уборку. Наверняка внизу много мусора, который нужно убрать. Нет, тут нету ничего. Как там дела? Мясо охлажденное. Знатище. Кстати, у нас говорят 12. 12 стамин осталось. У меня нету времени на тебя. Хорошо, так понимаю, весь мусор находится там, на улице. Ты чё вышел из душа? Накупался? Теперь мы давайте разогреем креветки, пожалуй. Как следует поужинаем. Чё-то не совсем как следует поел. Надо доесть. Нет, потом доедим. Сейчас нужно спать. Мне показалось, ли лучи солнца подозрительно яркие? А, это из-за тумана, видимо. Окей, раньше туманов здесь не было. Кажется, уже сигнал скачался. Да, полностью скачался, прекрасно. Все, сложим сюда тыквы, сложим сюда все барахло, что мы нашли. Понятия не имею, что с этим делать. Наверное, тыкву можно будет сожрать. Итак, эко, фокстрот и виски. Отлично, я собрал все хэш-коды нужных нам спутников. Значит, можно возвращаться на базу. Погодите. Это что такое? Ух ты, я могу заглянуть в него. Это билетик. Что за билетик? Какой-то билетик, который я смогу достать, видимо, когда заберусь внутрь. Когда это произойдет, я без понятия, потому что я не знаю, как забраться внутрь. Все, мы вернулись. Еще один диск сохранили. У нас их 3, а нам нужно, блин, 5. Давайте еще, пока совсем не стемнело, пойдем на улицу. А, вот еще есть мусор. Нам нужно будет много его убирать. Здесь его куча. Слушайте, мешки такие дорогие, и всего лишь один на целую кучу мусора используется. Я надеюсь, что они будут окупаться хотя бы. Фух, я собрал их всех. Абсолютно все мешки взял. Теперь давайте сложим их. А есть какой-то способ перенести их сразу? Ну, видать, нет. 26. Все, я не могу ждать, я хочу быстрее продать, посмотреть, сколько бабла дадут. А что я не могу вызвать дрона? Погодите-ка, секундочку. А какой ящик имелся в виду? Ящик для предметов, все правильно. Надо еще не забывать диски готовить. Остался последний сигнал. 30% уже скачалось. Отлично, мы даже успеем. Мы даже успеем. Что это? Что это? О-о-о! Черт! У меня фонарик сел. Блин! Что это? Как хреново, без фонарика. Мы должны посмотреть, что это такое. О! Чего? Чего? Что это такое? О! Это пришелец, кажется. Я взял с собой пришельца. О! Так, я упал. Что это было? О, какой-то маленький внезапно стал, он был больше только что. А это что такое? Это какое-то устройство, на котором он колесил здесь. Это шутка какая-то? Я не понял. Блин! А, фух, я думал, то у меня коцает, это я просто есть хочу. А, у меня есть круассан. Будешь круассан? Пошел ты. Я тебе не дам все равно. Вот это что за говно? Палета на колесах, как будто бы колесница с прожектором. Такого я... Такого я точно не ожидал. Контакта с внеземным разумом. Что там уже скачалось? Блин, она загрузилась, но еще 50%. Я же не успею нифига. Ладно, давай попробуем еще раз. Вызвать не получилось. Может быть, если палету положить, то все будет нормально? Вот так. Статус офлайн. Почему офлайн? И что-то я совсем не понимаю, как относиться к этому пришельцу, который упал. Я же его поставил. Это явно кто-то троллит меня. Это шутка какого-то злого существа. Он просто поставил чучело пришельца и пустил на этой хрени. Быстрее можешь скачиваться? Или как сегодня? У меня времени мало, ты понимаешь? Времени нет. Осталось 2 часа до конца дня. А с вами 94%. Думаю, мы успеем. Если Андрюша не будет в статусе офлайн. Есть! А что это? Что это? Критическая ошибка. Как это? А как же мой сигнал? О, нет! У меня нет фонарика! У меня, блин, фонарика нет, я ничего не вижу. Я знаю, что мне может помочь. Во-первых, смелость. А.
Вот так мы вышли. Конечно же, смелость мне поможет. Я почти что все вижу. И колесница, она с фонариком. Вот! Я взял. Окей. Как? Что это? Что это, блин, все значит? Надо идти вниз. Все системы в норме? Может быть, я еще успею отправить сигналы? Может быть, я еще, блин, и успею их отправить? Еще час. Она скачалась или нет? Это был сигнал вирусный. Запороло мне все. Ладно, отправляем как есть тогда. Уже ничего не поделать. Может быть, так отправиться, а? Да какого... Ну-ка. Почему дронушка офлайн? Блин, Бобби, открой дверь, слышишь? Открой дверь, я не знаю, зачем ты мне нужен, правда? Но... Мразь. Слушайте, я вообще не понимаю, что произошло, что это было. Это череда супер стрёмных событий. Самое главное, Андрюша офлайн, как будто бы его поймали и похитили, и взяли в плен. Я начинаю сходить с ума от домыслов, что за пришелец на телеге? Пришелец на телеге!